Привет, друзья! Я Веселый Джин. Меня вызвали, чтобы исполнить любое желание, которое ты захочешь. Но чтобы оно сбылось, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как твои дела. И тогда я исполню твое желание. Интересно, конечно. Зачем хочет ко мне бабка прийти? Ребята, всем привет! С вами я, Коля. И, короче, представляете, бабка звонит с такой претензией, типа, хулиган, я сейчас приду. Зачем она сейчас придет, вообще не понимаю, ребят. Но вы сейчас вначале обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, ребята, и расскажите, пожалуйста, вот что вы будете делать на как раз-таки каких-нибудь на каникулах, ребята, или вот в майские праздники будут, ребята, вот напишите в комментариях, что вы будете делать в это время. Сидеть дома, гулять, отдыхать, или, может быть, ютубчик смотреть, какие у вас планы, может быть, книжки читать. Ребята, представляете, я раньше столько много читал, а сейчас вообще времени не хватает, потому что то одно, то другое. Ну, бабка идет. Чего? Читает он, господи! Ты такой, знаешь, что читаешь? Упаковки на мясе. Может, ты ничего, по-моему, не читал. Да я раньше столько всего читал, что ты такое говоришь? Ой, да не ври того, что это людям-то всем. Короче. Вообще, чего ты хочешь от меня? Мне должен помочь. С чем? У вас есть в деревне побольше там овощей, фруктов, мясов? Ну, мясо есть, овощи тоже есть, да. Все, собирай. А ты заплатишь? Собирай мне корзину, конечно. Бабка заплатит, бабка принесла с собой алмаз, да. Все, хорошо, бабка, зачем тебе много, расскажи это. Ну ты сначала собери, потом я тебе... Хорошо, все, иду собирать. И желательно бы побыстрее. Так, сколько тут... А то у бабушки столько дел, что... 24 картошки, 27 моркошки. Что так мало, что ли, а? Господи. Что, еще больше надо? Хорошо. Ты побольше собираешь, 44... побольше мяса. Бабка, у тебя меч есть? У меня все есть в этой жизни, понимаешь? Хорошо, хорошо. Так. Ты где, бабка? Бабка, ты где? Где ты, бабка? Я а, у вот твоего дома стою. Давай мечу мне. Короче, вот ты мне мечом все, что будешь делать? Пойду, я сюда буду. Свинину? Да. Давай побыстрее, давай, бабушка торопится. А куда торопишься-то? Расскажи лучше. Ну, я тебе расскажу, что ты вдруг ты меня не будешь собирать. В смысле не буду вдруг собирать? Ты будешь очень любопытно. Так, 6. Я думаю, 9 кусочков свинины это хватит. Знаешь, что? Это очень важное дело, важное. Когда ты узнаешь, ты будешь радов. Рад? Ого, вот тогда мне нравится, ребята. Может быть, да, бабка решила всех. Может быть, бабка решила всех жителей позвать, ребята, на какой-нибудь пир. Так, ну-ка. Да, всё. Правильно, пир. Ой. Будет. Я согласна. Ой, нифига себе, это я что это сделал? Нифига Слушай, себе. Будет пир на весь мир. А, нифига, вот это крутяк, конечно, да. Что ты крутячкаешь? Давай. Баб, я иду. Нет. Все? Да, пошли. Пошли ко мне. Ну ты давай, рассказывай уже. Пошли ко мне, я тебе расскажу. Давай, идешь? Пошли, конечно же, иду. Сюда. Ребята, что там интерес такой будет? Вот у бабушки. Ты идешь, нет? Да. Так, меч верни. У бабушки, короче, намечается. Ой. Так. На. Ты давай вот это что? Так. Не балуйся, я тебе сказала, верни меч. Так я ж тебе отдал его. У меня нету. Ты что, мне вред? Ну все. Ладно, держи. Сейчас из тебя всю душу. Да ладно. Ты слушаешь или нет? Ты не говоришь ничего. Да потому что ты занимаешься какой-то ерундистикой. Короче, слушай, сюда я тебе говорю. В общем, у бабушки намечается пир на весь мир. Короче, бабушки приедут дети. Серьезно? Блин. Да, представляешь? Офигеть. Поэтому надо побольше морковки, картошки, короче, солени, малени, миска. Они просто обожают. Открой дверку. Мясо обожают, понимаешь? Ага. Короче, я смотрю, что ты бездельник. Я могу бы тебе помочь. Я тебе говорю, ты бездельник ведь? Нет, я помогу короче, тебе. Мне помощь мне нужна, поэтому ты все равно в деревне бездельничаешь, ничего не делаешь. Все, сейчас холодильник все уберу. Не, да не, давай быстрее убирай и пойдем мне помогать. Так, все убрал. У меня тебе важное напишите дело. В комментариях, а вы вспомните Гранулю и Гранпулю, детей, бабки, Грэнни и деда. Блин, они приедут, это очень круто. Бабка, ты где? Где ты там? Ну идешь ты, нет вообще да. Уже сегодня. Давай, что делать? Короче, у тебя одна большая задача. Какая? Тебе нужно расставить столы, чтобы вот это все приготовить и на столы поставить. Скидывай бабушка столы, купила, я буду ставить. Бабушка купила, короче, всяких вкусностей. Ой, такие вообще там бочками все бабушка закупила. Так ого, вот. Нифига так себе. Вот. Бабка поэтому соскучилась по детям. Надо мне помочь. Давай, я согласен. Давай. Давай, держи. Ага. И стулья, самое главное, еще и стулья. Хорошо, бабка. Так. А я пошла. Ой, господи. А я пошла за бочками схожу. Давай, хорошо. И принесу, чтобы всем хватило еды. Всем хватило. В смысле, там же, по идее, Гранули и Гранпули. Они что, настолько гигантами выросли, что им надо, ребята, 2 стака столов и 2 стака стульев. И если честно, я вообще бабку не очень понимаю. Ну ладно, сейчас она придет, ребята, и мы сейчас с вами все узнаем. Знаешь, что они еще любят? Чего?
Яблоки. Яблоки? Это вообще любимое занятие. Яблоки жрут, бананы, ой, вообще апельсиновый рай. Бабка, а что, гранули и гранатпули такие смотри. Любители? Ой, ну ты, конечно, столы поставил, мог бы его кругом поставить. Да ладно, что? Ой, ладно уж, горе-то луковое, давай ставь уже, что есть. Луковое горе ешь тебе, да? Что ли? Да, луковое горе. Да ладно, ладно. Не нравишься ты мне. Конечно, не нравлюсь, я же тебе не... Почему это я тебе не нравлюсь? Стоп. Ты что-то на меня в последнее время просто видишь. Да, наверное, я тебя просто в последнее время мало троллил. Ребята, как вы думаете, стоит бабку Грэнни потроллить? Что ты сейчас сказал? Так, 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 так. Я тебе сейчас дам. Отлично. Так, так, смотри, видишь, какие у меня? Ого. Мясо. Баб... еще, кто любит рыбу? Ладно. А чё? А чё, гранули и гранатпули, ребят, такие большие стали, что им столько еды надо, или чё? Причём здесь гранули и гранатпуля? Так подожди, ты с детей своих гостей ждёшь. Алло. Так это не этих детей. В смысле не этих, а каких? В смысле других детей, алло. Каких детей других? В смысле? Ты чё, совсем? Я не жду гранули и гранатпули, я других детей жду вообще-то. А каких таких других? Ты сейчас доделываешь, и давай чеши отсюда уже. У меня стулья закончились. Чё закончилось? Стулья. Боб, отсюда. Крыша, так может... я сказала, еще одного на хлебного рта не хватало. Подожди, а деньги за еду? А, деньги за еду, на, я тебе сейчас... Я тебе дам, короче. Так. Вот смотри, это лучше, чем то, понимаешь, да? В смысле, баб, ты... Это приравнивается к 300 того. А, да? Крас... О, хорошо, да. Ладно, ага. До свидания. Давай, бабка, пока. Давай, иди, не дай бог тебе с ним встретиться. Иди, давай, чеши отсюда. В смысле, ребята? Все? Ты ушел? Ушел. Блин, ребята, я вообще ничего не понимаю. Кто, какие дети? Так, ребята, пойдемте сейчас кому-нибудь в дом эти алмазики скинем и пойдемте посмотрим. Уж очень мне интересно, кто дети бабки Грэнни? Так, на стол накрывать, скорее. А в этом доме сундуков нет, ребята? В этом доме сундуков нет. Так, а в этом доме сундуки есть? Блин, ребята, здесь сундуков нет. Да, хоть у кого-нибудь сундук в доме есть? Нет, я не понимаю. Блин, ребята, жители вообще какие-то странные. Ладно, короче, сейчас закопаю их вот тут вот. Так, так, вот так вот. Скину их сюда. Так, никто не видел? Нет. О, ой, вроде как никто не видел. Отлично. О, да что такое, блин? Ребята, не могу закрыть свой тайник. О, все, погнали к бабке. Так, сейчас мы аккуратненько вот так вот выберем побольше блочков. Так, и пойдем посмотрим, кто это дети бабки Грэнни. Скорее, торопимся. Ну-ка, ой. Ой, мои хорошие, приехали. Слушайте, уже приехали, сейчас посмотрим. Да вы же, мои так. Голубчики, ну как добрались? Ну давайте, присаживайтесь. Ого, там, ребят, смотрите, присаживайтесь, сколько. Присаживайтесь, я для вас свиненький вот. Нажарила, а? Там. Свеженький, чумной доктор, сиреноголовый, картун кэт. Сиренушка, сейчас я тебе дам твоих любимых фруктиков. В смысле, сиренушка, ребята? Сиренушка, подожди. Подожди. Котя! Котя, Мур! Ну-ка, давай, не ходи Котя, туда. Котя, Мур. Сейчас я тебе все попрошу. Так. Тебя кто учил манерам? Иди давай со стола, я тебе сказала. Сейчас я на все накрою. Не надо жрать. Чего вы хотите тут? Сейчас все, бабушку ребята, не съешьте только. Бабушку не съешьте. Офигеть, ребята. А? Монстр. Все монстры из КП. Дети, рано бабки, Грэнни. Это что за новый секрет? Рано. В смысле рано? Все, сначала отобедайте офигеть. Десерт, а потом приступим, так сказать. Подождите, по смотрите, сколько столов и стульев, а пришло только трое. Что, все остальные тоже придут? Только я... Надо позвонить. Я ничего не... Кому она тут звонить собралась? Так. Ну, ребята, судя по количеству... Ну вы где? Я уже пыталась вас, а трое прибыло, ну а 16 еще где? 16 а еще... А побыстрее можно как-то доставить их? Ну уж такси или кто? Точно. Ага, через сколько? Полчаса? Хорошо, все, давайте. Офигеть, ребята. Через полчаса только, ужас. Бабка меня не заметила, надеюсь. Котя сейчас придет. Все, сейчас все приедут. Блин. Все детки мои приедут. Отобедаем, будем праздновать. А ночью пойдем, я вам покажу кое-что такое. Чего ночью? Маша вам такое покажет развлечение. Будем аттракционы как в деревне устраивать. Какие аттракционы, ребята, ночью в деревне? В смысле? Все, короче... Я пошла за напитками, вы пока можете что-нибудь перекусить. Ребята. Сейчас остальных подождем. Тихо. Чтобы ночью не было никаких аттракционов. Ребята-ка, давайте-ка им сейчас вот тут устроим аттракцион. Так. Где у меня водичка? Все, ребята. Так, сейчас у них там будет аттракцион. Медовый отвар можно сделать. Такой. Это что? Так. Это еще что такое? Фу. Что это тут бубулькает?
Так, вы тут нормально? Так, там, мне я кажется, не ребята... знаю, что-то... Ай, дом что-то, видимо... Ладно, дед потом починит, не переживайте. А? Блин, в смысле, потом? Ну, я думаю, ребята, не сейчас будут что-то чинить. Нифига себе. А? Да он даже не разрушился. А капец. Капец. Нифига себе, дырень! А, все, ребята, это... там ты... А, ну, это, оказывается, потолок провалился с третьего на второй. Так, дети, пока ждем остальных, придется вам починить. О, отлично. Ух, ребята, короче, пока не буду что-то чинить, я буду что-то придумывать. И как-то сейчас, я не знаю, ребята, что делать против всех монстров СКП, если они сейчас сюда все придут, это же жесть какая-то. Все, ребята, короче, я погнал, вы меня обязательно сейчас поддерживайте, нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока.